Да? Перезвоните мне. Ой, простите. Ну, рассказывайте. Мы да. есть будем? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Божгельдерес. Это на гагаузском языке. Ну, вас пока еще не пытались лишить родного языка? Или тоже вам рассказывали? А мы не поддадимся. Правильно. Мария Владимировна, я обещал предупредить молдавский говорит. Меня смогло оттуда, так сказать, забрать только то, что сейчас начинается пленарная сессия с президентом. Это очень вкусно. Мне больше понравилась плацента с тыквой. Это вообще чудеса. А за мамалыгой и жареным сыром я приду сюда второй раз. Молдова тянется к России, сохраняя свою идентичность. Можно так сказать. Вы знаете, можно сказать, что Молдова и Молдавания спасают себя. Это не вопрос того, что они изначально тянутся. Я думаю, что они тянутся ко всем, где есть, так сказать, интерес, где есть обоюдная выгода, где можно повзаимодействовать и посотрудничать. А сейчас речь идет о спасении национальности, о спасении культуры, о спасении идентичности. И если, как вы говорите, Молдавания и Молдова тянется к России, то для того, чтобы найти точку опоры. Потому что, по сути, в мире, кроме нас, ну, наверное, белорусы, ну, как бы мы, в общем, братья, никто этого не хочет замечать. Никто не обсуждает вопросы безопасности в этом регионе, исходя из, ну, на мой взгляд, неприемлемого поведения Запада и, в частности, Румынии в отношении Молдавии. Нет этой проблемы. Ее никогда не будут обсуждать ни на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, ни в ОБСЕ почему-то тоже никто не стремится. Я уж про Совет Европы молчу, который вообще-то уже, по-моему, до Азии докопался, а вот то, что творится у себя под носом, и, кстати говоря, со своими собственными же членами вроде как не замечает. Поэтому сейчас речь идет о спасении культурной идентичности целого народа. И вот еще один момент. Вы знаете, когда говорят про геноцид, то, как правило, вспоминают вот такие страшные кадры резни, физического уничтожения людей. Геноцид – это не только про убийство, массовые убийства людей, это про создание условий невозможных и не предполагающих жизнь определенной этнической, культурной или религиозной группы. Так здесь-то то же самое. Получается, на наших глазах эту этническую, культурную группу просто переписывают заново, перепрошивают, знаете, как перезагружают. Та программа не нужна, нужна эта. Это же тоже элементы вот этого, так сказать, геноцида, может быть, не в юридической терминологии, но по сути то, что отражает геноцид, мы сейчас видим в отношении молдаван.